Всем привет! Вы на канале Анжелика Семерякова. Мы едем в райцентр. Уже управились, отдоились. Подоили коров. Время 5 минут 8. Едем в райцентр за свиньями. Нам надо две кружки купить и водонагреватель в сарай. Воду мы еще... Мы воду холодную провели, но еще ничего не подключали. Вот мы приехали на рынок. Здесь торгуют поросятами. Ну, сниматься сейчас никто не захочет, так что я снимать не буду. Вот такой. Все торгуют с машин. Пошли мы смотреть. Я хочу сказать, что немного. Обычно очень много здесь машин стоит с поросятами. Сейчас очень мало. Это мы в райцентре. Церковь. Колокола звенят. Очень красиво. Свиней мы не купили. Вообще ничего не нравится. Все маленькие, во-первых, и грязные. Не нравится. Не задорные. Вот. У нас снег пошел. Мы вышли с магазина. Купили водонагреватель, кабель. И все. И едем домой без поросят. Погода. Ну, говорит, на среду у нас уже минус 16 будет. Вот такая вот погода. Это мы в райцентре. Большое спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро каналу год. Мне нужно набрать 1000 подписчиков и 4000 часов. Всех благодарю за просмотр. Всем пока-пока.